Привет всем, вы на канале Beer и Game. Мы начинаем сегодня проходить игру, называется она Cabela's Dangerous Hunt 2013. Cabela's или Cabela's, я не знаю, может Cabela's всё-таки, Cabela's. Вот. Ну, в общем, это игра про охоту, про диких зверей. Про охотника, я так полагаю, которого как раз-таки зовут Cabela's или Cabela's, как-то так. Вот. И, значит, очень это интересная игра, потому что мы так посмотрели, почитали. Очень она, я думаю, будет вообще прям суперская. Вот. Так, значит, давайте, ребят, начнем тогда. Вот мы все настроили. Вот. Поехали. Значит, чтобы начать играть, нам нужно выбрать вот режим истории, да? Начать новую. Давай, начнем новую. Так, начинаем. Поперли, давайте посмотрим. Так, режим людоеда истории независимо отслеживают ранги. В режиме людоеда вы всегда начинаете с ранга первого. Каждый ранг, получаемый для навыка атлет, повышает максимум выносливости и здоровья. Умение снайпер повышается при стрельбе по животным, включая дополнительную крупную дичь. Дичь, синяя дичь. Включите инстинкт убийцы, нажав В. Че? Некоторые особые движения или особенности, такие как спринт и глаз охотника, влияют на вашу полосу выносливости. Так. Игра, если что, не переведенная, но интерфейс... Субтитры, да, всё... интерфейс, там что-то будет. Жрёт олень трявку, потом чтобы ходить козявками. О, дуло. Так, это наш, я так полагаю, наш, да, это охотник? Офигенно. В жизни-то мы, конечно, не станем животных убивать, но вот в игре почему бы и нет. Так. Ну чё, давай я попробую, потом ты попробуй. Давай, Лёш, давай попробуй. Так. Шарап. Тренировка задержания дыхания на темной лане. Давай, темная лань. Shift. Оп. Так, о, значит, мы у него видим органы какие-то. Да. Так, левый shift. Так, дальше. Чё? Так, last time. Тренировка на темной лане. На светлом олене. Давай. Хлоп. Так, ещё раз. Заберите. Ну и что делать? Давай. Здесь. Отпустите. Подай. Так, хорошо. Ready? Ты готов? Так, добудьте козла. Какого козла? Не знаю, надо козла. Козел, ты где козел? Че? Вон он вышел. Это олень, а не козел, сам ты козел. Нажмите прицел. Так. Shift, понятно. Давай. Давай, стреляй. Есть. Критический выстрел. В сердце нахрен. Все, попали. Так, все, начинается вот у нас так игра, вот такая игра. У нас заставочка, да. Activision. Активизируйте себя с утра, но не кофе, а пробежкой вокруг представляет. Дома. Представляет. Cabela's Dangerous Hunt 2013. Или Cabela's. Давайте Cabela's, может быть, все-таки как-то звучит. Все, поперли. Так, найдите путь, которым прошли ваши отец и брат. Двигайтесь. В, С, А и Д. Левый shift бежать. Левый shift движение спринта. Так, хорошо, что там? Бегать можно. Так, в общем, смотрите, мы находимся Поперли. С вами в диких джунглях. Нет, это не джунгли, это лес. Лес, это... да, в диком лесу. Аж, удерживайте, чтобы включить глаз охотника. Пожалуйста, аж. Хорошо, мы видим след, все. Так, вот по следу нам надо идти. Поперли. Так, надо идти за отцом и за братом. Давай пойдем за отцом по братам. Так, осторожнее, здесь могут быть дикие животные. Давай, осторожно, пойдем. Так, давай-ка, аж. Да все правильно, иди туда, иди. Все правильно, иди. Если что, я буду жать А. Оу, оу, оу. Ты что свалился-то, хмырь? О, птичка, смотри. Собаки какие-то бегают уже. Если что... Че? Если что, я буду аж держать. Два. Так, использовать два. Ну что, все, я нажал. Ничего не хочет. Аж, идем по следу.
оленьих экскрементах. Пробел. Очень такая, в общем-то, интересная игра. Ну, вот сейчас посмотрим, да. Оба как. Так. Они уже здесь. Найдите глаз охотника только... подсвечивает все предметы. Следуйте за своим отцом и братом. Так. Да они все время убегают от нас. Стоп, что там такое лежит, смотри. Палка какая-то. Палка, тю, ебок, хлоп, попок, жоп, роп. Хорошо, ну пойдем пряменько. Так, вот я уже тоже вижу, что что-то здесь лежит. Что это такое? О, боеприпасы. Слышал? Слышу, да, здесь лес. Дикий лес. Могут быть и звери всякие. Так, это, походу, точечка сохранения, понятно. Давай посмотрим, что нас здесь ждет. О! Что там такое? Что такое? А, это трава. Это кустики, которые любят щипать оленей мох. Так. Да прямо, прямо, все прямо. Не, просто нам подсвечиваются вот эти. Все. О! Опанзы! Стреляй, стреляй! Сердце, сердце! Есть. Есть? Точный выстрел. Молодец. Конечно, да, вот он, исчез. Так. Так, значит, вот первый наш жертв. Первый жертв. Белый волк, да, или как он там? Как да, беляш. Полный боекомплект. Смотри, ну и полная аптечка. У нас полная, так что ничего... Что, что такое? Волки. Он говорит, волки. Так, он ему... Попробуй выжить, стреляй. Цель меткого стрелка. Черная хренотня. Вот он, кто нам нужен. Целься. Давай в него целиться. Так, стая разбежится, если вы поразите альфу одним выстрелом в важные органы. Если нет, стая доберется близко, тогда они атакуют. Ну-ка, попробуй-ка. Давай. Альфа. Целься. Целься, другой клавишей и shift. Shift. Давай. Стреляй. Хорошо, хорошо, он говорит. Пойдем пока прямо. Хорошо, молодец, попала. Убила черного волка. Гризли? Какой гризли? Да что не про гризли? Встретим, а мы его сердце убьем. Гризли. Вообще на картинке была гризли нарисована, так что... Походу это наш самый главный босс, который будет нас ждать в конце. Да, возможно, возможно. Убить медвежку. Прыжок. Медвежку. Держись, держись, нежно, держись. Так, вот братец нас, да? Кролик. Чё тут стоишь? Хмырь, дай денег. Пойдем, понятно. Так, что такое? Загрузка. Ух ты, песчаная буря. Некоторые особые движения или особенности, такие как спринт глаз охотника, влияют на нашу, на вашу полосу выносливости. Используйте кратный прицел, нажмите левый shift, чтобы задержать дыхание для дальнего выстрела. Хорошо. Каждый ранг, получаемый для навыка меткий стрелок, повышает максимальное количество доступных боеприпасов. Хорошо. Каждый ранг для умения исследователь повышает эффективную дальность. Чё это такое? Ёп, испугался. Давай, попёрли или чё? Мы что ли это? Так, что там делать? О, бизоны. Всё, дикость началась. Чё делать-то? Что это, папаша? Чё? Они возвращаются. Мне нужно, чтобы ты прикрыл окно. Лето-поля, короче. Как же это называется-то? Сафари. Сафари, да, точно. Но это не сафари, нас хотят атаковать. Угу. У нас тут дикое сафари. Чё? Избегайте песчаной бури. Стреляй. Не-не, не прицеливайся, не прицеливайся. Просто так стреляй. Давай-давай. А, у них тоже просто так можно стрелять. Да-давай-давай. Никого к себе не подпущу. Перезарядка, если что. Идите сюда, идите сюда. Не попадете вы в нашу машину. Давай-давай, отлично. Чё? Так, меткий хмырь. Чё? Давай. Отлично. Мозги. По мозгам. Жесть, что дальше-то? Он сейчас прыгнет, смотри. Давай. О. Так, хорошо, ладно. Так. Опа, сердце, сердце, сердце. Есть. Точный выстрел. F, что F? Что такое F? Так, F подобрать аптечку. А, понятно. Если нас заденут, понятно. Иди отсюда. Буйвол, ты несчастный. Мы вдвоем играем в четыре руки нахрен. Да. Слушай, ну что, здоровье что ли? Чё ты... Кто там побежит? Этот побежит. А сейчас кто? Сейчас уже не. Что там такое? О, пробел, наклон. Успел? Успел, вроде бы. Эх, подобрать аптечку.
Это, блин, нас кто-то задел, смотри. Да, нас задел, действительно. Так, что здесь такое у нас? Опять? Давай. Да, вообще отлично, мы в джунглях. Носорог. О-о-о-о-о. Что за хрень? А где наша стволека? У него пока только пистолет. Блин, нам труба сейчас будет. Где аптечка? О-о-о-о. Ребята. Стреляй, стреляй! Я даже что-то не сообразила. Не так, успеваешь читать хрень? И что там делать. Так, хорошо, ладно. Так, давай, ты управляй, я все буду перезаряжать, решать пробел и брать аптечки. Что за хрень? Взад, правильно, в задницу. Третью дырку. Давай, стреляй. Иди отсюда, и ты иди отсюда. Бегу, давай, 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 стреляй, хмаря. Что там за хрень? Аптечку давай. Так, тут мы в этой игре не будем жалеть животных. Такое, потому что да, такая хранотня. Потому что здесь все очень жестко. Давай, пупка. В жбан. Отлично. Мне нравится попадать в их мозги. Да? Да, гепарды красивые, красивые, да, красивейшие. Красивейшие кошачьи, давай, да. Оп. По-моему. Вообще кошачьи, они все красивые, наверное. Это леопарды, по-моему. Или гепарды сейчас. Гепарды, точно... гепарды, они бегают со скоростью света. Они бегают, по-моему, 100 км в час, только 7 или 8 секунд могут, или 10. И или... прыжки у них вообще. Что здесь за хрень? Не помню какую-то статистику, что такое. Чё? О-о-о-о-о-о-о-о. Папаша врезался. Пупок, ты чё врезаешься? В сердце. О, куда он тут? Сзади хмыря нету. Так, ещё один бежит. Есть. Сердце. Ещё одно сердце. Собачье сердце. Так, получили аптечку. Тихо, тихо, ничего не стреляй. Да ни к чему нам эти буйволы, на самом деле. Тихонько едем, 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 едем. Стреляй! Шел вон! Хочу завалить этого носорога. Так, стреляй, 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 стреляй. Стреляйте в препятствия. О, хорошо, отлично. О, смотри, как здесь... Хмыка хорошо прыгает, а? Пуп-пуп. Да, прыгают, они всегда прыгают, да. Этот наш тоже, блин, прыгает везде. Давай, давай, чего там за хрень? Кто там опять полетит на нас? О-о-о. Сердце есть. Это, смотри, какие-то другие, что ли, да, уже? Это львы, львицы. Львы, львы, львицы, да. Все падает, все рушится. Мы тут навели с тобой шума. Давай, 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 аккуратно. Подожди, попадать? Просто так ты не убивай их. Ну а чё, зачем? Не надо, просто так не убиваем, даже в игре. Так, просто расслабимся, так сказать. Так, львица бежит, львица. У голову, отлично. Ну чё, следующий, попок. Томпсон, Газель, Томпсон, не стреляй. Чего? Фе. Давай, аккуратненько. Пока не стреляй, просто так животных не стреляй. Которые будут хотеть нас убивать. Подожди, не убивай просто так, не надо. Соблюдай вегетарианство. Ух, жесть, папаша там рулит. Все, про... Блин, шарахнулись. Да ёбок, что за хрень? Машина, машина, машина. Ай-яй-яй. С машины надо спать. Походу это заставка, но все. Не, смотри, повезло. Не попало. Ничего. Так, хорошо. Высохшая река. Отлично. Так, некоторые особые движения или особенности, такие как спринт и глаз охотника, влияют на вашу ползун. А, я думаю, уже читали. Это нам повторяют. Нажав В, вы поворачиваете к ближайшему зверю за экраном. Ага, В, В, понятно. Ну, то есть, если что он сзади, мы В нажимаем, он поворачивается. Ага. Хорошо. Ну что, нормально, да, вроде пока? Да, нам сейчас. Все, нам все нравится, прикольно. Поперли, давай тогда попернем побыстрее куда-нибудь, там посмотрим что-нибудь. Так, я жму В, Р, я беру на себя 4 клавиши. Слышим звуки. Ну-ка, стоп. О, смотри, что можешь делать. Видала? Как ты так делаешь? Это Q и E. Это я случайно нажал. Случайно, ну отлично. Хорошо, давай. Теперь мы умеем. Так, это я все беру, давай на себя. Так, слышу. 5 кнопок на себя беру. Слышу каких-то диких зверей. Побежали, да. Пойдем, хорошо. Аптечку взять.
Не надо. А, надо. А что у нас так мало жрачки? А мы упали, понятно. Ну-ка, подожди, нажми еще раз. Аж. Пока ни хренаш. Ну давай. Эх, Мэри, вы кто там? А, Газель Томпсон, не стреляй их, они безобидны. Надеюсь, это Томпсон или не Томпсон, пофиг на них. Ну точно не эти, Насар... Ух ты, ёбоб, ты пупок жирный. Ух, какой у тебя нос кого. Ах, на нас побежал, гад. Ага, вот как надо делать, понятно, ку или е жмём. Давай, давай, стреляй, стреляй. Хрен тебе! Перезарядка, Эр. Я все контролирую. Ты просто управляй, стреляй. Есть, загасили их моря. Все. Надо быть наготове. Always be ready. Как говорил товарищ Жан-Клод Ван Дам. А, куе. Ух ты, чего у вас так много-то? Уклон. Куда, куда? Где? Да, он убежал. Так, подожди, дай повернуться. Давай, давай, давай. Где он? Мы. Уворачивайся. Уворачивайся, ты же видишь, все нормально. Почти что нормально. О, взад, правильно, взят. Взят. Давай, давай, давай. Есть, загасился. Аптечку возьму. Да, я возьму. Сейчас. А он сам берет. Он давай. Сам берет, да. Не, нам не надо. Поперли. Он еще здесь может только определенное время бежать. Да? Да, вот видишь, у него заканчивается. Слушай, где-то у нас тоже заканчивался бег. В какой-то игре, помнишь? А, в этом, Condemned. Да много в каких играх это заканчивается, на самом деле. Прыгай. Вот им жалко. Что за хрень? Гиена огненная. Кто хоть? Никто не хочет? Чего? Так, индикатор угрозы предупреждает о хищнике, атакующий вас со спины. Давай. Стреляй. Ох, смотри, какой хитрый. Отлично. Стреляй. Блин. Гиенка. Так, я буду уклоняться. Давай, В. Р. Жесть, как же здесь надо быстро. Здесь нереально одному играть, кобзец. Столько кнопок. Аптечку, аптечку зайди, аптечку возьми. Аптечка. Аптечка? Вон там, вон там. Вон аптечка. Что ж ты меня тогда гоняешь-то, а? Есть, все. Где Хмыт? Хрень тебе, В. Давай, 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 давай. Сдох? Да. Так, аж. След. Обернись. Где Хмыт? Хмыт где? Где-то. Бежит где-то. А. Стреляй. Блин, чего у вас так две много? Две патроны надо на него. Два патрона? Да. Аптечечка. Что там надо, за хрень? Не надо. Где-то он здесь. Да, сзади! В голову! Есть, молодец. Хрен тебе, паскуда. Давай, еще раз. Блин, перезарядил. Блин, я уже на нее столько потратила. Ты что, главарь? А ты кто такой? Блин, что какие ты? Они огромные. Они весят по 60, по 70 килограмм, эти гиены. Стреляй, стреляй. В? Да, да. Давай, есть, молодец. Точный выстрел, давай. Давай, давай. Хрен тебе, паскуда. Смотрите, да, как у нас тут ожесточенная битва. Ну что здесь? Блин, так все тормозит, конечно. Ажиотаж какой-то. Давай. Куда ты там полетел? В голову есть. Тихо. Хрен тебе, хрен. Где ты, паскуда? Перезарядка. Сейчас. Убила, что? Да. Так, Ашек. Где у нас Ашек след? Да ё-моё, ещё что ли? Блин, тут бесконечный этих гиен. Чё, как вам такое? Сейчас, подожди, я повернусь, давай. Р, блин. Да задолбали вы, попки. Ох, вот это вот. Вот эта атмосфера здесь вообще. Фу, жесть. Что-то даже игра притормаживает все. Опять хмари. Слушай, только руки отбираю, они опять лезут.
Давай, давай, блин, давай. Вот это сбоку, это нечестно так лезть. Тихо. Они нечестны, конечно, они же нечестные. Конечно, они нечестные, да. Мы все помним это из мультфильма «Король Лев», да? Там были гиены. Очень не нравился давай, этот давай, мультик. Давай, давай, стреляй, стреляй. Пупка ну, последнего. Не нравится, нравится, да. Тихо, мультик есть. Очень классный. Подох Иваныч. След. Что-то лежит, смотри, аптечка. Аптечка, да. Ой, случайно задел. Слушай, да не так мы и потратились. Нет, не здесь, назад. Где след? О, что-то мы далеко вообще от следа ушли. Ну, конечно, пока бегали. Вот, может, туда? Туда. Вот, а смотри, может, сюда? Какая-то лесенка. Да, странно, почему следа-то нет? Пойдем. Перезарядка. Блин, опять хмырихи. Где она, тварюга? Убежала. Да? Да, что здесь? Тихо, не беги, беги. Давай вниз зайдем. Мы на... О, все, как раз сохранение пришло. Вниз зайдем и закончим. Все. Крышка закрылась, да. Всё, крышка тут, гроба закрылась. Пока мы тут в безопасности, да. Пока немножко наш главный герой передохнет, мы на этом закончим нашу серию сегодняшнюю. Можешь бас. Подписывайтесь уже на канал, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайки. Всем удачи, пока, спасибо, что смотрите нас. Смотрите наше прохождение. Пока.